Хочешь выиграть 100 тысяч кристаллов? Тогда ставь лайк и пиши свой ник под это видео. Более подробную информацию можно посмотреть в описании. Я рекомендую вам подписаться на игровой канал Орхидея. Ребят, на этом канале выходят видосы по танкам онлайн. А по поводу видео, сейчас сразу я вам скажу. Видео, ребята, очень качественные. Качество превьюшек тоже просто на высшем уровне. И также здесь, ребята, выходят такие видосы, как Золотая битва, там всякие ЗЛПшки, просто видосы под танком в виде летсплеев, также нарезки звонок и многое другое. В общем-то, ребята, вы однозначно должны заценить данный канал, так что переходите на него по ссылке в описании, либо кликайте на аннотацию. Но я вам желаю приятного просмотра моего видоса. Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, с вами Вайдер. И, ребята, сегодня мы записываем опять же золотую дуэлечку. Вот, записывать я сегодня буду с Куки, поздоровайся. Всем привет. Ну вот, он как раз у нас и будет скидывать нам голды, и давай, первый пошел, и уже будем искать его. Ау, да. Я просто обожаю эту надпись. А где он же будет, а? Где он будет? Ты нашел? Нет. По-любому врешь. Нет, не нашел. Что это за смех такой был? Ты где? Я? В Караганде. В Караганде? Не, нигде. Красавчик. Я понял. Да где эта собака-то будет? Что, здесь где-то? Да в смысле? Как ты меня так вытолкнул, слышишь? Залагал на меня. Охереть, нет, ты меня прям вытолкнул, охереть. Как будто я, блядь, не Васпикен 3, а какой-то Васпикен нулевой. А ты на Титане. Охереть. Ну ладно, ребята, первый голдик я благополучно просрал. У нас взял его Куки, и переходим к следующей катке. Следующая, ребята, карта — это у нас Безумие. И давай, Куки, сбрасывай голд у нас очередной. Так, теперь вот самая главная цель — его в натуре найти. Если его, в принципе, внизу нету, то это понятно, что он где-то у нас вверху. Но я его пока внизу, если честно, не вижу. Ты его нашел? Нет. В смысле, а где он внизу тут? Куки. Да нигде. Его нет внизу? Не знаю. Мазафака. Да в смысле, не знаю. Вот ты прям жучара, хрен чего у тебя узнаешь. Так, ладно, у меня еще рез просто такой говняцкий, что можно обосраться. Так, ладно. Ой, господи, помилуй. Что такое? Что, увидел? Не знаю пока. Увидел. Ой, если бы не мой косяк, бы я, возможно, взял. А прикинь, сейчас респ на нем. Да, детка! А что, ты второй раз упал, что ли? Да не, я в минус упал. Я его увидел, где летит. Я тебя понял, вот же чара. Так, ладно, ребята. Короче, счет пока у нас 1-1, и переходим к следующему голду. Так, ребят, следующая карта у нас долина. И сейчас, конечно, Куки сбросит золотой ящик, и мы будем его пытаться найти тут. Ну, ребят, тут чисто на везение. Кто найдет, тот найдет. Да? Да мне кажется, даже кто не найдет, а увидит, как летит. Ну, мне тоже так кажется. Ну, брысь. Так, уезжаем от точки голда, уезжаем. Правильно все делаем. Че думаешь, я его не увидел, что ли? А? Тебе минг поставить, чтобы ты подлетел? Давай. Давай. Все, поставил. Родитель по жизни. А, блядь. Короче, ребята, сейчас у нас 2-1. И переходим на следующую карту, к следующему голду. Ребят, следующая карта у нас — это колхоз. И давай, Куки, сбрасывай у нас золотой ящик. Один. Жаль, будет? Что не там. Уйди отсюда. Ой. Какого фига? Дай мне аптечку. Ты где-то его нашел же уже. Да, я его нашел. А ты думал, что я такие еще? Подозрительно. Как наркоманы, если честно. Да.
Ой-ой. Тихо! Сука, ваншот. Отомстил. Да постой, попантуйся. Да-да, конечно. Да постой, я тебе говорю. Ты стоишь, понтуешься? Ну, как видишь. Не берешься? А, не, вдруг ваншот, вдруг ваншот. Ну, да. А давай сейчас проверим. Сука. Как жопа ожидала. Короче, ребята, сейчас мы перейдем на следующую карту и там продолжим. Так, ну что ж, ребят, следующая карта это у нас Монте-Карло. Да и ты что так неожиданно прямо его сбросил? Ты офигел, что ли? Я же еще нифига не успел сделать. Я тебя понял, жучара. Это неожиданность. Угу. Ты что, на минке, что ли, подорвался? Нет. А что же черное пятнышко? Давайте я минку поставлю даже. О, давай, спасибо. Спасибо, не за что. Вылетело. Да что это такое? Что это за... Это бред какой-то был. Сука. Я, во-первых, по тебе, знаешь, проехал хер знает сколько раз, перетелепортировался хер знает сколько раз. Вот, короче, счет какой у нас? 3-2? 2-2. 2-2? Только 4 ящика было сброшено? 5 ящиков. А, да, ты лидируешь. Ну, нет, я не лидирую, наоборот. Ну, ладно. Или где? Ну, смотри, я взял на безумии и на долине. Ну, а получается на всех... Да, и, да, все. Ну, я, короче, ребят, не знаю, вроде бы счет 3-2 в пользу Куки, так что сейчас продолжим. Так, ребята, следующая карточка у нас полигон, давай Куки сбрасывай золотой ящик, и мы будем, ребята, конечно же, пытаться его найти на этой столь вообще очень трудной карте. Мне кажется, я вот тут жизни не найду, конечно, но, ну ладно, попытаемся. Попытка, как говорится, не пытка. О-о-о, смотри, где он у нас. Интересно, а как его убрать тут, а? А, Куки? Не знаю. Как убрать? Ты знаешь, как вот здесь взять можно? Или нет? Оп. Бам. Бам. Нет, это что за сортушка была? Сука, отбоссанная мина. Это что такое было только что? Мина плюс отдача молота. Стой! Ах ты говнюк. Ладно, короче, ребят, сейчас перейдем на следующую карту. Так, ну что ж, ребят, следующая карточка у нас это тишина. Куки, давай сбрасывай. И мне, так сказать, уже начнем его искать. Наш голодик, на всеми любимый голодик. Который нам, конечно, ребят, нужно по-любому поймать. Потому что я уже 3 голда подряд просрал. Ну это ж просто вообще какой-то бред. Тебе так не кажется? Нет, не кажется, даже очень хорошо. Да почему? Я понял, ты его уже нашел, да? Да, да. А где он будет? Не знаю. Да в смысле? Я, короче, просрал. Чё ты? Я, короче, его просрал. Почему? А ты чё, его не нашел, серьезно? Конечно. Наглый сидит. Нет, я, короче, понял его, увидел в тот момент, когда он уже летел. А где да ты был? Я просто в тоннель поехал и потом еще проверить, там, под мостом же падает. Ну да. А что ты, в смысле, здесь проезжал, не увидел его, или у тебя респ там был? Я сюда вообще не проезжал. Я, кстати, это тоже по туннельчику проезжал. Так, ну ладно, в принципе, ребята, счет пока у нас 4-3. Вот у нас еще есть 3 голда, и сейчас мы, конечно, продолжим. Так, ребята, следующая карта у нас шоссе, тоже довольно-таки интересненькая карта. И здесь, я так думаю, будет найти просто нереально. Не, вот я сейчас буду говорить реально, нашел я его или нет. И вот здесь вот на этом мосту нету вообще. Средний мост нету. Прям честно-честно. Охереть. И где он будет? Я даже не представляю. Охереть.
Ну тихо, тихо. Ой, да ты еще и встал. Я все равно уже, мне кажется, не успею. Ну стой, ты меня нечестно пульнул. Это мой гол, тогда и мне вот зараза такая. Ладно, короче, ребят, сейчас перейдем к следующему голду. Так, ну что ж, ребят, все, мы продолжаем. Куки у нас случайно скинул золотой ящик, ну, в принципе, ладно. Без всякого предупреждения, без ничего. Да, я нечаянно прокусил. Как говорится, без смс-регистрации. Так, что, он в том месте? В каком? В котором ты. В котором я, нет. Точно? Ну так. Иди этот голд искать. Там минка, там минка. В смысле? Да. Я аж замер. Я вообще, ребят, ничего не могу говорить, потому что мне так его хотело взять. Мне сейчас казалось, что мне сейчас куки как в жопу пропердули с этим молотом, и я просто перевернусь, и это будет технеть. Короче, ребят, счет у нас 4-5. Мне сейчас нужно по-любому опять же отжать последний гол, чтобы хотя бы ничья была. Так что, ребят, сейчас мы прыгнем на карту и там уже продолжим. Так, ну что ж, ребята, все, мы на последней карточке. Давай, куки, сбрасывай золотой ящик. И мы его... Ты чё? Господи. Да ничего. Что ты смеешься? Да не, ничего, меня просто пропёрло. Жёстко. Не ври. Не вру. Ну ты сюда едешь, ладно, голд нашёл. Ты голд нашёл? Да, сюда, давай, давай, сюда. За мной. Вот так вот объезжаешь. Ты не заметил, всё дальше. Ай, ну спасибо. Просто стою на голде и вот. Ах, вот так вот. Да кого? Я забыл стрельнуть. А дай мне, а? Ну ладно, забирай. Называется, выпросил. Спасибо тебе. Вот. Ну, ребята, в любом случае, если бы Куки мне просто не отдал тот гол, счет бы был у нас уже 6-4. Так что, конечно, эту дуэль я благополучно проиграл, но Куки мне отдал последний голдик. Так что, ребята, если вам, в принципе, понравился этот видос, конечно, не забываем ставить лайки, подписываться на канал. Ну, а с вами был Вайдер и Куки. Всем пока-кака. Нет, ты должен сказать, I'm Куки, it's Куки, ам-ам-ам-ам-ам-ам-ам. I'm Куки. Короче, ребята, давайте всем пока-пока. Hate the player, don't hate the game. Hate the truth, man, we take all blame. That you got no money, you got no fame.